пациентке, 11 января 2020 года делали снимок для ортодонта. С 29 января 2020 года девочка болеет, стреляла ухо, сейчас заложен нос и болит голова. Температуры нет. 3 марта 2020 года сделали рентген. Делали для ортодонта, а он рекомендовал проконсультироваться у лора. Лор просит описание придаточных пазух носа, верхнечелюстных пазух. Описание представленных ЭКТЭ пациентки 2005 год ИР от 11 января 2020 года. Область исследования ЭКТЭ придаточных пазух носа. Контрастное усиление не проводилось. Кости черепа в зоне сканирования не изменены. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметрично. Пневматизация сосцевидных отростков в зоне сканирования сохранена. В левой лобной пазухе определяется включение 15×8×9 мм. Плотность достоверно не оценить, на краю сканирования артефакты от костей, более вероятно киста, полип. В правой гайморовой пазухе киста 20×13×14 мм, в левой, по нижней стенке, две рядом расположенные кисты общим размером 34×18×38 мм. По верхней стенке пазухи киста 8×8 мм. Пневматизация клеток решетчатого лабиринта и основной пазухи сохранена, патологические включения в них не выявлены. Носовая перегородка в задней трети смещена влево на 5 мм. Заключение, КТ-картина более характерна для кист левой лобной пазухи, обеих гайморовых пазух. Искривление носовой перегородки. Врач-рентгенолог, М.Н. Котов Максим Анатольевич. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУС И.И. Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. В пазухах у вас кисты. Это отграниченное скопление жидкости, угрозы они не представляют, но затрудняют дыхание. Вам нужно к лору.